22 октября состоялось торжественное открытие Ломоносовского сада. В праздновании приняли участие деятели науки, представители администрации Невского района и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Приурочено это событие к 300-летию со дня рождения великого ученого, которое состоится 19 ноября. Вложить свою лепту в то, чтобы увековечить, во-первых, в очередной раз имя этого замечательного человека, а во-вторых, таким образом благоукрасить наш замечательный город, наш родной город. Мне кажется, ради этого стоило собраться, взять в руки лопаты, взять в руки грабли и поработать. Во время торжественной части прошла символическая высадка 19 кленов Ломоносовской аллеи, а завершила праздник заложение капсулы с письмом к будущим поколениям у основания памятной доски в честь Михаила Ломоносова. И слава Богу, что с нашим городом так много связано у Михаила Васильевича Ломоносова. Мы могучая и сильная держава, и можем быть ею только благодаря науке. Горожане, пришедшие на общегородской субботник, смогли оценить красоту нового сада, на месте которого еще совсем недавно невозможно было пройти. В кратчайшие сроки, менее чем за 3 месяца, произвели полный ремонт сада. Посадка деревьев, вы видите новые дорожки, новую ограду, цветники, газоны. И сегодня вот добавили еще 19 кленов астролистных для того, чтобы этот сад продолжал развиваться и украшать Невский район.